Не торопись, потихонечку, давай. Давай. Приятного аппетита, ушастые. Поилку, как видите, нам цеплять некуда, потому что у нас стекло. Я нашла вот такие вот поилки. Оказывается, есть они, вижу, с присосками. Как раз вот у нас же аквариум. Маргуша возвращается со школы. А, она меня грызла. Привет всем. Как у тебя ножка? Лекарства вчера опять не выпили ночью. Не болела нога? Нет? Сейчас тогда выпьем лекарство. Маргуша пойдет в школу. Она уже второй день в школу ходит. Вчера ходила, сегодня ходила. Сегодня пойду. Ну, не знаю. Пойдешь? Да. Ну. Давай тогда одеваться. Хорошо. Выспалась? А у многих уже каникулы начались. А мы еще будем учиться. Потом, когда у нас будет каникулы, мы начнем будет школа. Ну да. А нам еще учиться целый месяц, даже больше месяца. До 7. Ой. До 7 июля. Июля. Не июня, а аж июля. Бедные наши детки будут учиться. Они в течение года очень много отдыхали, поэтому отрабатывают сейчас свой отдых. Да? Тебе помочь? Где твой носочек? Фирменный. Здесь? Да, вот он. Помочь тебе? Можешь поискать другие штанишки. Какие? У тебя нет много выбора, потому что в джинсы ты не влезешь, а это спортивные штаны. Чё-то носок не надела на вторую ногу. На диванчик садись. Утром сил нету, да? Нужно пока расходиться. Все, пока. Давайте потихонечку. Время есть еще. Еще целых 20 минут. Потихоньку. Ну, пока дойдет. Ну, ручки еще. Я тебе не могу тебе перчатки вот такие дать. А? Что, попробуй. Не упали эти кусты. Вот дверь закрывается. Давай подержу. У нее мозольки натираются на руках. Не торопись, потихонечку. Давай. Давай. Тяжелый, да, тяжелый. Маргарита, постарайся что-то оставить в школе, то, что не нужно. Ага. Тут открыли дверцу деловые. А это кто поломал тут дверцу? Ты сладкий такой мальчик, пушистый. А пушистый, ты тут водичка капает вечно. Пушистый, доброе утро, вам кушать пора. Я смотрю, вы тут съели за ночь. Ну вы кушаете, друзья. Ну вы кушаете. Сейчас дадим. Дадим покушать. Все. Приятного аппетита. Приятного аппетита, ушастые. Выламывают эту дверцу, не знаю каким образом. Она уже вся прогрызанная. Все.
Погуляли, хватит. Кушайте теперь. Завтракайте. Привет. Мама, что это... ты так быстро дошла? В этот раз? Быстрее? Да? Или ты раньше вышла? Я раньше вышла. Ну что, жарко? Я же тебе говорила, жарко будет. Очень жарко. Конечно. Это ученица, которую Маргарита была в киндергарте, она ей помогла, когда она ей помогла. Она ее сегодня, она была в Великом, и она ее сейчас увидела, потом она сказала, что она принесет нам и так, такие печатки от Велу, которые здесь такие дырочки. Да, чтобы не натирать мозоли. Угу, хорошо. Чтобы не было жарко. Ну, жарко, да? Ферма очень жарко. Ну, она приедет легче, но жарко. И иногда у меня болит нога, потому что я всегда ее должна наверху держать. Что, спрятался? Он уже, знаете, ребят, она уже вон там, вон видите, дырочка. И она прям уходит туда вниз, глубоко-глубоко. Она туда прячется, она себе норку сделала. Вон там вот норка. Я видео видела, где такой дядя нашел мышку, но вот она была очень маленькая, потом они ее взяли, потом они ей очень огромный дом купили, потом у нее там был домик, у нее там был как маленький пляж с этим песочком. Ну, интересно, в песочек дом заходила? Говорят, они в песочке там моются, что ли, или что они там делают? Моются. Она туда не какает? Нет. Специальный песочек. В общем, ребят, в комментариях прям заваливайте комментариями на YouTube. Не отключены комментарии, поэтому пишите в Instagram. Многие пишут, что хомяку нельзя вот такую вот миску для воды, и им нужно поилку. Но поилку, как видите, нам цеплять некуда, потому что у нас стекло, мы ее никуда вообще не зацепим. Ну, вот сюда. А как он тебе будет доставать? Ну, вот сюда зацепишь, а как он будет пить? Все, что у нас здесь есть, это необходимо. Нам сказали продавцы, вот которые там работают, да, вот в зоомагазине продавцы, они же не просто так, да, там продуктами, да, торгуют. Они прекрасно знают тоже о животных, они это изучают, они очень хорошо знают, как, что им можно, что нельзя. Витамины им обязательно нужны. Конечно, их не нужно каждый день добавлять, их нужно добавлять один раз в месяц. Да? Их не добавляют каждый день, нет, это слишком много, нет. Это как кроликам. Мы кроликам тоже добавляем. А теперь нет. Вот, один раз в месяц нужно капать. У нас уже есть это. Да, сено мы не даем, хотя сено было у них там, где сидели хомячки. Да, это просто так, и они там прятаются. Они там прячутся, ну да, говорят, что опасно, что они могут наткнуться, глазик там себе повредят, еще что-то. Сено мы не даем вообще, у нас здесь, видите, нету сена. Вот, насчет камушка тоже нам сказали, камушек обязательно нужен. Смотри, я нашла вот такие вот поилки, оказывается, есть они, вижу, с присосками, как раз вот у нас же аквариум. И оно присасывается к стеклу, вот такая вот штучка. А еще есть вот такие вот. Есть вот такие вот еще, видишь, как домик. Ага, да. Вот такая вот. О, круто, смотри. Ой, тут будет пить кики. Да. Или вот такой вот можно. Потом корм и водичка. Да, вот тут сразу корм и водичка. И они будут. Вот, видишь? А, да, упс. Вот. Да. Вот такую вот нам назначить надо, потому что у нас крепить-то некуда. Ну да. Поэтому, значит, либо такую возьмем, либо... Либо возьмем, это на Амазоне, я не знаю, если Амазон в Швейцарию отправляет, либо вот такую вот с присоской, как раз к стеклу. Где она? Вот такая вот. Она стоит 20 франков почти. Такую вот штучку. Хотела. Она забыла обуться. Так, сесть надо, Маргарита. Все, ребята, заказали мы поилочку. Нашла я поилку с присоской. Вот сюда вот мы ее потом к стеклу прикрепим и все. Оказывается, с присосками есть специально для таких. Насчет опилок, то что говорите, там не нужно столько опилок. Я уже даже не знаю, если честно, кому верить, потому что
нам дали листовку такую, да, в зоомагазине. И там, значит, вся инструкция полностью была, как нужно что обустраивать, что ставить, что не ставить, как делать, сколько всего. И, не знаю, там было написано, что 15, до 15 сантиметров нужно опилки насыпать, чтобы хомячки, не знаю, там зарывались, прятались, там все, ну, нравится им, да, рыться везде, поэтому я не знаю, если честно, кто-то говорит меньше, кто-то говорит больше, поэтому вот, песочек обязательно тоже нужен, чтобы они в нем, как говорят, да, тоже моются, что ли, песочком обсыпаются, и таким образом они моются. Вот, насчет вот этого камушка тоже сказали, камушек нужен, так как они точат зубки, у них зубки растут, и они должны точить. Вот, ну, в общем, вот такие вот дела, ребят. Кики, привет. Привет, малышка. Ты там грызешь что-то, что ли? Привет. Малышка. Ладно, сиди. Маргуша возвращается со школы. Мама, пелюшка на Ксения. Угу. Как сходила? Не зажарилась в куртке? Может, уже не нужно куртку одевать? Мозоли нету еще? Отдыхай. Ручки помой, иди. Встала, да? Маргоша, ты сериал смотрела уже? Не смотрела сериал? Серия вышла. Я если тебе не скажу, так ты забудешь. Комментарий-то не написала на последнее видео? Да, мы писали. Нет. Не писали. Нет, но в этом видео мы точно напишем. Не писали мы комментарий. Мы хотели написать, и мы, да, не написали. Мы же думали. Видео мы точно напишем. Забыли. Я тоже хочу. Ну так напиши, не забывай. Я хочу постер. Знаешь, там сколько ребят тоже участвует? Один из всех. Один из всех может только победить. Я только могу играть в тишине. Так, Ксюша, ты во что играешь? Кто тебе разрешил вообще Fortnite играть? Вообще-то это не для твоего возраста, ага, игры. Ага. Со скольки лет игры? Мама, у нас эта психика не работает. Да что ты говоришь? Да, правда? Не, ну вообще для скольки лет эта игра? С 12. Так что тебе еще рано, тебе еще 3 года целых. Малявка. 12 это. Ну, думаю. О, млечи! А что сегодня будет? Он вернулся же, да? Да. Перево. Ой-ой. Тушайся. Я хочу на следующую серию. Что? Ой, ты куда? Домой пролетела. Нет, все ждет. Что такое? Это в следующей серии будет? А? У них каждая серия интереснее другой. А это интересно было? Ну да, ну вот это вот интересно. Еще недельку ждать надо. Ну почему? Так задание получила? Да. Ну что там надо делать? Сколько раз в видео появлялись люди с очками? И в этот раз они выберут 3 победителей. Я хочу выиграть. 3 победителей? Они же всегда одного только выбирали. Но теперь они сказали, что мы активные и у нас много, и они... А, очень много, да, детей участвует. Угу, понятно. Ну да, очень много участвует, и поэтому только один, как бы, это маловато. Выбрали 3. Выберут 3. Ну смотри. Плачет у Ильяна. Почему? Потому что она думала, что она и Арти пара. Когда она, ну, заканчивалась, она в конце сказала, что ответ, правильный ответ нужно писать в этом, в Инстаграм, под последним постом у Decide Band. Ну, еще раз, в общем, послушаешь потом. Мне показалось, что так, потому что я услышала так. Будем вместе в этой серии.
классный. Вот, видишь, сказала же. Сайд Бенд? Да. Она вас пометила. Смотри, вон, накакала мне тут. Дверь, да, дверь закрой, чтобы малыши... Вот так вот, над кроватью, над кроватью. Щекотит. Да, открой ключ. Она щекотит. Эй. Ты тут не запутайся. Эй, маленькая Тимуя, иди сюда. Иди сюда. Пойдем. Она думает, что она там может зарыться. Не бойся, не бойся. Ей нравится у меня на руке. Смотри, потому что у тебя большая рука. Сейчас упадет. Ничего, она на кроватку упадет мягко тут. Они на лапы? Я сегодня купила. Ну да. Я сегодня купила ей поилочку и это. Да? И колесо. А когда она. Через несколько дней. Ну, где-то через. На следующей неделе точно придет. Только меня не укуси. А ты красивое колесо заказала. Ну, она голубенькая, да, красивая такое. А, она меня грызла потихонечку. Не сильно, но она так зубками, я почувствовала ее зубки. Но, видишь, она думает, что она может зарыться здесь, а здесь не получится. Привет, кикись. Мочь. Что, ты будешь лайк снимать? Ой, так ярко светит. Да нормально. Нет, зачем мне они? Нормально? Держишься? Все включать? Давай, давай я тебя включу, ты пока дойдешь. Там таймер стоит. Давай спать. Все. Ксюня уже спит. Ксюнечек уже уснул. Вчера такой спит так. Что интересно, самое главное, на голову надеть маску для сна. Просто так, на лоб. Не на глаза, а на лоб. Многие спрашивают про наш сайт. Он пока еще не работает, про наш магазин. Он еще пока не работает, потому что мы только вот недавно нашли хостинг, который будет с нами работать. Поэтому сейчас они подключают наш сайт к себе, и в общем скоро он откроется, я так надеюсь. Вообще-то рассчитывали, что на этой неделе откроется, но скорее всего на следующей неделе, потому что там, в общем, непростое это дело. Вот, поэтому они сейчас все там настраивают, подключаются к нам, и я так думаю, что на следующей неделе уже магазин откроется. Ну все, спокойной ночи. Давай, пока, до завтра. Всем пока, ребят. Пока. Пока, Ксюнечка. Вот так вот. Все, всем пока-пока. Отдыхай. Пока.